С повышением акциза на дизельное топливо его розничная стоимость возрастет на 8-9 тенге. Такой прогноз сегодня журналистам в кулуарах Дома правительства привел министр энергетики Канат Бузумбаев. По его словам, на сегодня на АЗС цена за солярку составляет порядка 135-136 тенге. Кроме того, глава Минэнерго также подтвердил участие Казахстана во встрече стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель. Как известно, она состоится 25 мая в Вене. При этом Канат Бузумбаев подчеркнул, что позиция нашей страны будет озвучена на самом саммите. Когда мы обсудим с партнерами, не могу вперед забегать, понятно, что мы будем в первую очередь защищать интересы республики.